Художественники преподаватели. Алексей, я знаю, что вы поете не один, а вместе с Юлей. Да, Юлю, пожалуйста, вас тоже приглашаем сюда, в наш зал. Итак, слово нашим преподавателям. Дорогие друзья, я когда-то тоже сидел здесь 1 сентября, потому что я учился в Инмихе. Алексей, подождите, а на сцене я был или не я? На сцене? На сцене нет. Слава. Нет. Это было очень давно. Я просто молодо выгляжу. И точно так же я переживал. Желаю вам счастливого пути, учитесь, старайтесь и добивайтесь.